Ну что, зашли мы в палаццо Веккьо. Росписи. Я так понял, что это зал 500. Самый большой, с расписными, о боже, потолками. С расписными потолками. А нафига бы это потолки расписывать, как будто здесь кто-то лежал и смотрел на них. Со временем, наверное, кто уже на эти потолки не обращал внимания. Да, в палаццо Веккьо, конечно, самым большим достопримечанием являются потолки. Очень красиво. Огромная комната для соборищ со скульптурами. До сих пор здесь что-то происходит. Папа. Помнишь, как Кин-дза-дза? ПЖ. Мама ПЖ. Вот так и здесь. Папа.